Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News. Перед просмотром жмите на колокольчик и подписывайтесь. Приятного просмотра. Ушла навсегда, россияне потеряли Ларису Долину. От Ларисы Долиной довольно долго не было слышно новостей. Оказалось, что она уехала на курорт в Юрмалу, где купила квартиру. Там Лариса Долина бывает ежегодно, но сейчас в эстрадной тусовке почему-то забеспокоились. И пока певица занимается скандинавской ходьбой, укрепляет здоровье, вдыхая аромат сосен, моря и получая так необходимый всем творческим людям заряд витамина D и йода, ее коллеги по цеху шепчутся, что в последнее время она сильно пополнела. Кефирная диета, на которой Долина сидела 5 лет, наверное, дала сбой. Неспроста ведь королева джаза стала надевать костюмы, скрывающие живот. При этом диетологи заявили, что диетой артистка сделала себе только хуже. Она постоянно борется с весом, тем самым наращивая мышечную массу, что вызывает истощение тел, а и психики, пояснили они. А сама Лариса верит в свой кефир, она пообещала скоро вернуться к этой диете. Но специалисты ее предупредили, возраст не тот. По их словам, сейчас все процессы в организме певицы работают достаточно сдержанно, и жир сжигается не так, как раньше. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи!